Поставили пыльца сборник на один день. Нужна пыльца. Вот так собираем пыльцу. Когда они заходят, пыльца с ножек падает и сюда, в чашку. Там собирается пыльца. Сегодня 1 апреля 2020 года. Пчела уже активно начала работать. На слабые семьи я не ставлю пыльцесборник. Эта семья очень сильная. Она за один день должна мне наполнить эту чашку. Вот так собирает пыльцу пчелы. Видите, пыльца осталась, пчелка пролезла, пыльца падает вот в эту чашку, пчелы туда не падают. Просто такая большая семья, все эти соты забьет пыльцой. А пыльца мне нужна для канди, чтобы подкормить слабых семей пчел, слабую семью. Вот такое нехитрое устройство для сбора пыльцы. Thank you.